13 ноября в спортивном зале Академии спорта женская сборная Казанского энергетического университета встретилась с командой Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева. Соперники достаточно сильные. Мы могли бы выиграть, но нам чуть-чуть не хватает характера. К сожалению, в этом матче удача была не на стороне команды из КАИ. Несмотря на вполне уверенную и четкую работу команды на площадке, девушки уступили своим соперницам 26 очков. Эта игра у нас была такая решающая лично для нас. То есть выиграть их – это было дело чести, так скажем. Подготовка была очень усердной, так как команда очень непонятная. Она то зоны держит, то держит персонально, поэтому тренер нас очень хорошо гонял на тренировках, вот именно по тактикам. Встреча завершилась поражением сборной КНИТУ КАИ со счетом 56-30. Диана Шилова, Универньюз.